В Сомали произошел крупнейший за последние 10 лет теракт. В результате взрыва 26 человек погибли, еще 56 получили ранения. Террорист-смертник подорвал автомобиль в фешенебельном отеле в городе Кисмайо в 500 километрах от столицы Сомали Могадишо. Среди погибших иностранные граждане из США, Кении, Танзании и Великобритании. Ответственность за теракт взяла исламистская группировка Аш-Шабаб. Известно, что радикальная организация ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.